А в Сургуте обсудили гармонизацию межнациональных отношений и профилактику экстремизма. Встреча религиозных объединений и национальных диаспор с участием Натальи Комаровой состоялась в Сургутском госуниверситете. Участники говорили о проблеме распространения радикальной идеологии в интернете. И пришли к общему мнению, что террористические группы являются псевдорелигиозными. Они противоречат традиционным духовным ценностям. Глава региона отметила, что необходимо идеологически блокировать саму идею терроризма и напомнила о том, что скоро в регионе пройдет первый региональный форум национального единства. По своему масштабу, продолжительности, количеству участников, числу мероприятий, уровню привлекаемых экспертов и модераторов, эта площадка будет сопоставима со всероссийским. Уже сегодня организаторам поступило свыше 350 заявок на участие в форуме. Надеюсь на то, что вы все активно включитесь в его работу, напомните его интересными проектами и предложениями.